Добрый день, друзья! Обзор по каталогу номер 13 Faberlic. Вот по этому каталогу здесь новинки. Покажу по акции, какие продукты я купила выгодные. Ну и, конечно же, посмотрим новинки с вами. Начнем. А давайте начнем с бюджетных. Порошок. Беру всегда, его много не бывает. Тем более я беру его по скидки 70% как VIP-консультанта, который участвует в программе для консультантов. У нас идет шикарнейшая программа Faberlic Drive. Вот. И помимо того, что я участвую в Faberlic Drive, да, я и являюсь VIP-консультантом, который делает каждый каталог больше 100 бальные заказы. Поэтому у меня всегда есть премиум выбор на любой продукт. Ну вот я периодически покупаю почему-то порошок. Иногда косметику покупаю. Кремики для лица беру. В общем, вот на что глаз упадет, на то и беру то, что надо. Также у меня здесь два геля я взяла для профилактики устранения засоров. Мне он очень нравится, очень эффективный. Хорошо пробивает засоры в кухне. Все эти пищевые, которые попадают из раковины в водосточную трубу, устраняет сложные действительно засоры, быстро прочищает в ванной, в кухне. Мне очень нравится. Безопасен для труб, не содержит хлора. Убивает неприятные запахи. Артикул 30244. Объем 650 грамм, простите. 650 грамм. Мне вот он действительно очень нравится. И в этот раз я его купила. Как видите, две штучки, два бутылечка. Взяла себе коктейль Wellness. А на этот раз я взяла клубника и коллаген. У нас весь ассортимент коктейлей идет с коллагеном. И только один, единственный, идет как веганский продукт. На нем написано «Веган». А вот он идет в одном единственном, это вишня и шоколад. Я его пропила, показываю просто, что он у меня вот такой пустой уже весь, никакущий, 15 порций. Вот веганский, 450 грамм в нем объем. А на этот раз я взяла клубнику с коллагеном. И в каждом вот таком пакетике, когда вы берете, сейчас я покажу, где-то у меня здесь была мерная ложечка. Сейчас покажу, одну минуточку. Так вот, всегда внутри пакета Wellness идет вот такая вот мерная ложечка. Вот она. Как раз это вот одна порция сюда. Она внутри находится. Вот здесь в этой смеси. Вот я ее сейчас вот трогаю. Она вот здесь вот есть. Вот она пластиковая. В каждом пакете есть. То есть, если вы покупаете, не бойтесь, мерная ложечка находится внутри. 450 грамм. Специализированный продукт диетического профилактического питания, сухой белковый концентрат с витаминно-минеральным комплексом для приготовления коктейлей Faberlic Wellness со вкусом клубники. Вот взяла с коллагеном, еще и с коллагеном. 98 калорий всего в одной порции. Идем дальше с вами, смотрим. Любимые чаи очищающие серии Гидраин. Травяной сбор, чистота и легкость тела. На этот раз два пакетика, 21 внутри пакетик. Вот такие вот травяные. Очень нравятся травяные чаи. Беру. Новиночка. Новиночка каталога. Это вот штора для ванной. Покажу, раскрою. Повешу и покажу, как она выглядит. Внутри есть, видите, на что цеплять. И что у нас здесь? Штора для ванной карамельного цвета, приятного цвета. Причем в каталоге он смотрится как розовый. На самом деле он вот такой вот карамельного цвета. Немного не соответствует картинка каталога с реальностью. Поэтому вот показываю, как есть плестер. Артикул 910-447. Это карамельный. Есть еще темный там. А, нет, голубой там есть. Вот я взяла карамельный себе. Шикарный шампунь для детей. Это малиновые мишки. Шампунь-бальзам.
Тут написано компотик и зачеркнуто. Это действительно так, потому что обалденный аромат, вот просто малина, которую хочется скушать. Прекрасно для детских волос, объем 200 мл. Артикул у нас идет 26,90. Малиновые мишки, детский шампунь, бальзам для волос. Обратите внимание, потому что те, кто попробовал, ребятишки, кому моют голову этим шампуньком из серии Lovely Moments, малиновые мишки, ну, шикарные, постоянно возвращаются и возвращаются, даже по отзывам. Очень нравится. Из серии БАДов, молекулярные БАДы Molecular Force, я взяла себе, а сейчас как раз на осень, обычный мультивитаминный комплекс для женщин. Витамины 60 витаминчиков здесь. И какой у нас артикул? Сейчас не увижу. Так мелко написано. Но не, ладно, не суть. Вот здесь вот где-то есть артикул написан. Сейчас я не вижу. Вот он. Также зубная паста, алтайский прополис, зубная паста. Мне она очень понравилась. Я вот ее беру уже повторно второй раз. Артикул 2, двойка 4,0, объем 100 мл. То есть большой объемик, прополис, уникальный продукт, пчеловодство и залог здоровья десен. Производится на Алтае из древесных смол и восков. Обогащен витаминами, минералами, антикислотами, необходимыми для укрепления десен. Алтайский прополис. Действительно, очень понравилась зубная пасточка. Она здесь закрыта, но она там желтенького цвета. Если ее сорвать, мембраночку, она вот такого вот желтенького цвета. Там эта паста довольно-таки жиденькая. Ну, обычная, я имею в виду не концентрированная, потому что у нас есть серия концентрированных зубных паст. Там они очень концентрированные и такие тугие. Ну, как правило, мои любимые щетки зубные, на них сильно акцент не буду делать силиконовые, потому что они в каждом каталоге идут, я их покупаю. Серия Эксперт. Купила сейчас на осень. Показываю поближе. Один бутылечек начну вот с этого. Это пилинг. Пилинг для химический пилинг с ахокислотами. Осень, самое время процедур для кожи, причем таких глобальных процедур. Солнце уже светит не так ярко, и можно смело применять химический пилинг для лица. Артикул 12-18 с ахокислотами, который дает ровный цвет лица, выравнивает кожу, сужает поры, освежает цвет лица, улучшает видимое состояние, удаляет старые ороговевшие клеточки эпидермиса с поверхности кожи, особенно после лета, да, когда мы такой тяжелой артиллерией, скажем, не пользуемся, а кожа у нас загорает, и лишние вот эти омертвевшие клеточки в осень, в зиму нужно, конечно, убрать и подготовить нашу кожу уже к более питательным текстурам ухода за кожей лица. Поэтому я вот как раз-таки, когда солнышко уже не такое яркое, я взяла себе шаг 1, 12-18, это химический пилинг с ахокислотами серии Эксперт. Степ А. После него, после того, как вы применили пилинг, обязательно нужно успокоить кожу. И я взяла из серии Эксперт с SPF 8 «Защита от солнца». Пусть небольшая, но зато есть защита SPF 8. Это сос-терапия и восстановление. Что у нас здесь? Крем восстановление для чувствительной кожи. Артикул 12-17. Вот такой кремик, как раз он идет после химического пилинга. Наносим, успокаиваем кожу. Так, это у нас была серия Эксперт. А далее вот эти вот шикарные помадки показываю. 9 штучек. Восхитительная помада, жидкая, матовая. Не буду делать сейчас на ней акцент, потому что я сняла сводчи, очень подробные сводчи по каждому цвету, показала. Пластичная, действительно пластичная, очень такая хорошо наносится, мягкая, кремовая
жидкая помада, матовая. На вид, кажется, здесь они одинаковые, да, цвета, когда вот берешь, они все абсолютно разные. Смотрите сводчи, я прикрепила видео со сводчами, там все подробно по каждому цвету. Это новинка этого каталога 13-го. Вот она как раз презентуется на обложке. Новый тренд, новый матовый. Переворачиваем страницу. И здесь как раз идет мега-акция. Это жидкая матовая помада Soft Cream. Как раз таки по акционной цене всего 299 рублей. Это для обычного покупателя. Если вы зарегистрированный покупатель, клиент, то вам еще минус 20 или 26% в зависимости от того, сколько баллов у вас в заказах проходит. Итак, 9 потрясающих оттенков. Не сушит, сразу говорю, потому что я там в сводчах этого не говорила, просто делала каждый цвет. Не сушит губы, не скатывается на губах, очень приятная, имеет приятный запах. Вот эти мне сердечки очень умиляют, прекрасные. Вот для осени, осень-зима, красивые некричащие оттенки, ну вот прям насыщенные цвета. Итак, смотрим сводчи. Что еще я здесь взяла? Это стеклянная пилочка, новинка данного каталога. Стеклянная пилочка, артикул 910-484. Ну что, откроем, посмотрим, что же у нас здесь есть интересного. Она идет в футлярчике, очень даже удобно брать с собой в сумочку. Класть. И вот, ой, слушайте, какая она шикарная. Здесь еще и ручка есть, за которую держится. Вот такая вот стеклянная пилочка. Ну да, хорошо сделал Фаберлик. Постарались прям так. Красиво, стильно. Пилочка. Также купила по распродаже артикул 5810. Это праймер для ресниц. Белый праймер для... Сначала праймер наносим, а потом любую тушь. И, конечно, получаем сказочные реснички. Праймер, он всегда увеличивает, объем дает ресницам. Ну и шикарный вид получается. Это вот по распродаже взяла. А, и вот, я же еще не рассказала вам про шикарную серию ICUL, которую я приобрела. Вот я в нее... Все больше и больше влюбляюсь с каждым днем, честно говорю, потому что шикарные продукты, корейский уход, разработан специально с корейской лабораторией, кто в Корее производит продукцию для своих кореянок. Итак, тоник. Аромат вообще восхитительный. Он какой-то, знаете, свежецитрусовый, но здесь не цитрусовый, здесь не входит цитрус в состав, витаминный тоник для лица. Увлажняющий тоник, обогащенный комплексом витаминов и экстрактов азиатской шелковицы белой. Эффективно питает и увлажняет кожу, способствует борьбе с несовершенствием. Объем 100 мл, артикул 0852. Шикарнейший аромат. Слушайте, когда вот его наносишь на лицо, ой, ну настолько тонкий такой, какой-то в меру цитрусовый, знаете, грейпфрут напоминает мне. Прелесть для любого типа кожи. Из этой же серии я взяла, не устояла. Что у нас здесь? Гиалуроновый гель с алоэ вера. Покажу сейчас, как он выглядит внутри. 80% в составе содержит алоэ вера. Кремик. Что у нас здесь? Артикул 0951, объем 50 мл. Гиалуроновый гель алоэ вера. Легкая текстура. Тающая, дарит ощущение свежести, равномерно наносится и быстро впитывается, без ощущения липкости. Глубоко увлажняет и запускает процессы омоложения. Слушайте, я взяла гель-трансформер увлажняющий из серии ICU. Так там вообще сказка. Я покажу сводчи обязательно, он у меня уже заканчивается, просто мгновенно впитывается. Я говорю, я вот влюбляюсь в эту серию все больше и больше. Она настолько шикарная. Вот он. Гель, посмотрите, какой интересный у него вид, алоэ вера, и мгновенно впитывается. Буду тестировать, сделаю сводч. Серия ICU, вообще шикарная серия. И из серии же ICU это другой кремик. Также объем 50
миллилитров – это активный крем для лица. Крем с уникальным компонентом Birds Nest помогает улучшить состояние кожи и снизить выраженность пигментных пятен, защищает от агрессивных воздействий окружающей среды и благодаря уникальной формуле крем комплексно воздействует на все основные проблемы, сохраняя молодость кожи, свежесть, подтянутость и красоту. Артикул 0227. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Беленький, скажу. Вот он. Такой плотненький кремик. Но я думаю, протестирую, скажу, как он впитает. Плотный или же легко впитывается. Особенно для жирной кожи. У меня жирная кожа. Посмотрю, как он мне подойдет. Итак, эта серия была ICU. Вот просто любимая серия становится все больше и больше. Все. У меня все. Да, здесь 100 баллов, как обычно. Мы держим планку, не сбавляем. Следующий каталог у нас идет номер 14. Будет коротенький, всего двухнедельный. Со 2 октября по 15 октября будет подарки новым консультантам для новых покупателей. Шикарные подарки. 2 пары колготок будет в подарок. Итак, кто хочет, всегда есть ссылочка на регистрацию. Проходите, регистрируйтесь и покупаете себе все, что хотите, со скидкой от 20%. Вообще не напрягаю своих консультантов, кто на какую сумму делает. Спасибо. То есть пришел, заказал, на какую хочешь. Тут нет планки, что нужно 50 баллов делать или 100 баллов. Нет, абсолютно нет. Я своих консультантов в своей группе не напрягаю этим, потому что каждый делает, у каждого есть право покупать то, что он хочет и насколько хочет, без накопления какой-то продукции, без складов. Поэтому, если есть желание покупать со скидкой, приходите, регистрируйтесь по ссылочке, и все. Никто вам не будет надоедать, никто вам не будет писать писем, что вам там столько-то баллов не хватает, как это обычно делается, или вот столько-то сделайте заказ. Нет, такого нету. У меня каждый покупает сколько хочет и насколько хочет. А эта акция действует сейчас для новых покупателей. Набор косметических средств для дома. Действует он с 11 сентября, будет по 1 октября. Это текущий каталожик у нас идет, номер 13, с новинками матовой помады мусс. Кремовой матовой, да, помады мусс. Все, на этом все, друзья мои. Я сделала весь обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь моим видео. До новых встреч. Пока-пока и хороших вам покупок. Полезных, выгодных, хороших покупок. Если нужна помощь, обращайтесь. Всегда проконсультирую. Пока.